Хей, с вами Шмики, и мы продолжаем проводить игру под названием Айзек. Давайте просто будем его назвать Айзеком. Поэтому New Run, как я говорил, рандом. Интересно, сколько у меня на Эйдене... Ноль игр на Эйдене? О, Азазель, здоровенько. Дружок. Мне нужно с тобой пойти в... Это что, райская комната или адская? Ага. Рай или ад? А что серьезно у него там? Ладно, пойдем, короче, в райскую комнату. Ай-яй-яй, золотая комната. Ой, я и забыл, что мы вначале ж супер поиски делаем. Что я уже подумал, о, Азазель, классно. Рашем. Ну, не знаю. Не хочу, вот мне вот это громкий не нравится. Нужно будет мод поставить, чтобы тише он орал. Тише этот младенец орал. Либо вообще не орал. Это лучший вариант. Я хочу. О, ништяк. Удача. По идее, должна удача быть моей по стороне, поэтому я захожу. Ай. Не хочу. Нет, ну не заставляется. Дайте мне имбу. Хотя предмет был хороший. Это у нас Excel раунд. Нет. Мне сначала нужно понять, куда я ходил за Зазелем. Это очень главное, это очень важно. Довольно важно, на самом деле. Ага. Который будет работать, классно. Слизистые бомбы. 5 бомб, плюс мои взрывы будут как лазеры. Так она не работает на мне. Алло, я сорта лазер пуляю. О, ништяк. А, серьезно, да? Это было важно. Окей. Со следующей серии мы делаем... Бля. Как вы меня бесите. Окей. Поиграем. Мы поиграем, окей. Смотря как мне повезло, конечно. То, что с взрывом задело, это не повезло. Это, скорее всего, наоборот. Ключик. Так, все готово. Дверь закрой. Так, карты. Повезет? Нет, не повезло. Повезет? Зимун? Если будет там бомба, значит повезло. Double money. Нас карманим. Окей, сделаем, значит, так. Соберу еще несколько монеток и взорвем. Карту. Используем карту. У меня такое чувство, что там что-то есть. И то, что мне нужно. Окей.
Так, там у нас была карта на урон, да? Сейчас у меня, в принципе, сделка не будет работать. Сука. Он заюзал в аппарат монетку. Блин. Мне не ключа даже на следующий этап игры. Даже монетки нету. О, у нас специальный челик. Специальный челик у нас. Готово. Орбиталка. Не нужна никому. Никому не нужна орбиталка. Я чисто начал играть все-таки из-за этого. Ну, на этот уровень, из-за того, что мне выпала шляпа. Ай. Отлично. Давайте я возьму, наверное, стренча. Да ё-моё. Это плохо. Это очень плохо. То, что я дамаг получаю. Счастливая кокулька. О, еще бомбы. Еще стрелы. В кубочках сердца. Стрелы сердца. Стрельные сердечки. Так, готово. Изи. Спас своего. The World. Манать. И я такого впервые вижу. Огни красного. Так, еще сердце бомба. А что на самом деле я буду делать? Когда мы с вами пойдем в адскую комнату, сделку, да, эту? И я заюзаю ключ, чтобы забрать предмет. Да, я начинаю тупить. Жестко. Ну, не факт. Я не знаю, что этот монстр делает. Наверное, он не прыгает, да? Ну, типа супер прыжок, я имею в виду, не делает. Но мы сделаем две сделки, смотрите. Берем на скорость атаки. А, у нас вообще Крампус даже. Считается, что нам повезло вдвойне. Тихо. Тихо, тихо, пижон. Уголь дашь? Идеально. Нам еще и уголек дали. Теперь у нас 50% сделки. Заюзаем сразу здесь мы коробочку. Excel уровень, черт. Первый. Бля. Я карты перепутал. Класс. Класс. Великолепно. Просто невероятно. Spades.
Two spades. Все, что можно сказать. Ладно, мне везет на сердца. Буду честен. Мне жопа как повезет на сердца. Так, что у меня хагалас, да? Сейчас тогда зайдем где побольше камней у нас. Да ёлы пала. Гамняки. Так, две монеты, я зайду в магазин. Отлично, здесь сейчас как раз позализуем хагалас. Бля. Лам. Ай. Манать. Зачем так жестко? Зачем ты вы так жесткие рофлите? За мэн полетели. Привет, приятель. Сейчас мы бочечку подвинем. Сделаем все по красоте. А, мне мухи эти бесят. Мне эти наоборот нравятся из-за того, что они взрываются нормально. А там меня аж раздражает. О, синее сердце из гамна. Монетка. Довольно хорошая монетка. Так, у меня же на два предмета хватает денежек. Пока что на два. Не спрячешься. И от меня. Так, у нас еще золотая комната. Это Excel, не буду забывать. Это значит, у нас тут будет две золотые комнаты. А я, блин, да я кокульку лучше возьму. Я лучше возьму кокульку. Мешочек, два ключа. Залог успеха, да-да-да. Золотая комната? А, нет, нет. О, я могу сделать сделку, если будет адская. У меня как раз хватает. У меня стрендж. Кайф. Ключик. Ключик, мой попутчик. Этот ключик, мой попутчик. Мне нужны сраные золотые комнаты. Понимаете, я просто... Почему я... Не хочу Excel раунда. Именно не в первой комнате. В первой комнате у нас никогда не будет сделка. И там можно, типа, получить халявные вещи. Но не в нашем сейчас вот случае. Что мы получаем? Мы получаем минус одну сделку. Грубо говоря. Ерофим. Просто ништяк. Так, ладно. Мы можем купить... Если еще 5 монет найдем, еще третий предмет. Так как это Excel раунд, он бы покупать предметы в магазине. Тогда если сейчас пойдем наверх, потом вниз. О, ништяк. О, классно. Просто замечательно. И считаю, у нас теперь есть с вами денег еще на один предмет. У нас еще жизнь от кошки есть. Угу. Ой-ой-ой-ой. От случка это пипец они шустрые. Пипец вы шустрые. Вот на этого Азазель очень хороший предмет. Потому что она, кажется, травит, да? Типа добыш урон.
Конечно, возьму паука. Карта наугад. Партия, ясно. Держу в курсе. Так, дальше. Бутабумс. Ну ладно, возьму еще одно сердце. Карта. Дальше. Еще 5 бомб. Дальше. Угу. Держу в курсе. I can see forever лучший вариант был для меня. Почему? Потому. Мы можем теперь смотреть, что нам дают таблетки. Так, тихо. Оп, оп. Оп. Маска, плюс удачи нам дали. Ой-ой-ой-ой. Ладно. Ох, ништяк. Если прикидываю, сейчас еще из этого что-то выпадут. Она просто везение на везение. Окей, теперь мы можем смотреть, что нам дают пилюли. На самом деле это прикольно. Давайте тогда начнем. Open Secret Room. Не буду далеко бежать. Bombs UK. Меняет ключи на бомбы местами. Нет. Окей, побежали. Как раз у нас будет с вами сделка. Может быть, нам рай откроется. Кто его знает. А, ну да. Как я мог забыть? Как я мог забыть о этом дерьме? Ты ж понимаешь, да, что я тебя отравлю? Так, плюс удача. Ага, много гарпии. Мухи можно взять. Ух, можно взять. Блин, я даже не знаю, вот честно. Вот надо оно мне. Ладно. Пускай будет. Может быть, потом пригодится. Теперь он мог хотя бы мне создает. Так, как ты закоцался? Алло. Класс. Ай, полетели. Джокер. О. Окей, мы сюда больше не зайдем. Предмет, скорее всего, хороший очень. Если за тройку. Если он даже за тройку стоит, значит там скорее всего обмен сердец. Хорошо, что ж, не хочу ради одного. Так, готово, дальше. Минус, батарейку заберем потом. Возвращаемся обратно. Френч. Ай, блин, я тупой. А хотя нет, я умный. Я думал, у меня ж типа этот есть. Карта. Чё я тупанул, не пошел, не взял. На самом деле говоря, знаете что? Если мне выпадет еще одна Стрэндж, я буду только рад. Воспользуемся в этой вот комнате. The Fool. I lovers.
Ах, ладно. Дело в том, что я бы сделал так, чтобы зайти потом. Хотя я, если у меня тут, мне все равно карта есть, да? Я просто знаю, что там уже будет. Поэтому мы с вами это дело сейчас взорваемся. Все это дело взрываем. Крах Animals. Бежим сюда. Ставим бомбу, взрываем два костра. Плюс сердце, отлично. Заходим, проходим. Пока что все на нашей стороне. Отлично. Золотая комната. Может сейчас выпасть дерьмо и будет... Пилюли. Беда. А. Ну, я лучше возьму карту. Карты будут для меня пополезней. Lava Lovers. Смотрите мой план. Мы все равно сможем зайти в ту комнату. Так. Так. Я сейчас просто... И навсего. Джокер, еще один. Окей, Стрэндж здесь оставим. Ну, то есть, сделку. Джокера. Pavon Blue Spiders. Infested. Infested. Так, фигня. Главное, чтобы потом не забыть, что у нас там карта. Ай, тихо-тихо. Отлично, что за предмет? Дамакап. О, сатанинский значок. Ингап. Капюшон. Отлично. А, как я говорил, все пока что очень хорошо у нас там. Сейчас я вернусь за Джокером. Джокер, Джокер, Джокер. Так, и мне бы найти, найти, найти. Теперь, чтобы у меня выпало Стрэндж. Мы просто заранее придумаем планы, куда нам двигаться. С помощью этого. The Fool, да? The Fool. Изи. Халявный бесконечный ключ. Ай-яй. Накоцался. Я понял, тут проклятие комнат. Ну, здесь проклятие комнат. Бежим дальше. Дальше. Окей. А я только за. Found the gas. Judgment. Я возьму, возьму, возьму. Где-то монета падала. Мне повезло. Крупно повезло. Теперь у меня на босс-файте будет два предмета. То я эту комнату не помню.
черед. Не помню, что он дает. Ну и ладно. А, вспомнил. Быстрое действие. Быстрый бег. Вспомнил. Так, ключ, а почему я тогда тебя тут не взял? Меня бросало по комнатам. Там хороший камень, но я не вижу смысла. Тогда сделаем вот как. Это вторая, да, у нас, да. О, класс. Storm Tears. The Devil. То возьму я еще. Не против. Я не против. О боже. Нарать. Мы напалим. Вау. Ну так, да? Лэм. Блэм. Блэм. Ага, и мне на вариант. Так, ну это у нас сейчас мамка будет, поэтому лучше такой дамаг возьму. Интересно, а будет считаться на бусте у меня... Ой, ништяк. The Empress. Two Hearts. Берем сердечко, бежим дальше. Мундучок, дабл мани. Next. Тихо, замахивается уже там. Что мы брали? Это рай или ад? Блин, я не помню. Кажется, то адская. Поэтому мы идем в рай. Double all pickup. То возьму. Войнул. Так, поехали. Пипец, они вот шустрые, да? Вот как мне к ним подойти? Главное, я не понимаю, где мне его ожидать. Ох, маска сработала. Охо-хо, масочка сработала. Вау. The World. The Hierophant. Hierophant. Манать сердец. Так и говорят. На, держи, бери. Минус. Что, к боссу сразу пойдем? Не вижу смысла просто терять время. На сердце я тогда заюзаю этот. Карту с дамагом. Стоит мне собирать. Не сбоем. Нет. Я беру спиннер.
Берем спиннер, бежим за всеми сердцами, что у нас есть запасные. Нам отлично, нам хорошо. Карту Джокера я ставлю до этого момента, когда мне нужно будет взорвать. Ну, короче, когда я в какую-то хорошую комнату попаду. Черт. Рейндж. Девил. Ого. Хорошо. У нас тут ничего хорошего. Берем Стрэндж. Ой-ой-ой, Джокера. Чё, Джокера не посеял? Спавна тролль-бомб. Тих. По прямой. Так, сразу на Стрэндж меняем. Следующую комнату, это веб у нас 2. Я сразу заюзаю две карты. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Звездометатели. Так, пойдемте на босса. Да, я просто бежал в стену. Каев. Каевчина. Эмпресс. Ой. О, черт. А сердце-то у меня забрали. Дай мне синее сердечко, а, скакульки? Будь так любезен. Синее сердечко мне нужно. Пожалуйста. Так, ладно, заходим. Четыре тупых сердца. Dark Deb. Я получил. Хорошо. Так. Empress. The World. Ладно, погнали. Мне нужно в рай. Мне нужно в рай. Блин, кажется, мы в раю были, да? Типа адским ходили в рай. Черт, ладно. Дабл мани. Поехали. Окей. Не повезло. Не повезло мне. Но у нас еще есть золотой сундук впереди. Там еще можно будет найти. Нихера ты. Херню творишь. Так, там большая комната, поэтому я пойду в маленькую комнату.
hanged. The Headman. Окей, окей. Стрэндж оставим. Стрэндж оставим. Ух, 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 ух. Тихо, тихо, тихо. Где еще фиолетовые головы? Пропиталка. Ништяк. Зачет. Теперь я в поиске сердца. Ништячок, ништячок. Окей. Дальше. Дальше. Можно будет сходить. Ну что, поехали. Wheel of Fortune. Wheel of the Fortune. Wheel of the Fortune, Wheel of the Fortune. Не очень мне повезло с первым сундуком. Дальше. И еще несколько сундуков, может, там повезет. Голова Боба. Ну, такое. Ну такое, ну такое. Плюс батареечку дали. Admin. Забираем. Батарейка. Используем. The Moon. Полетели. The moon. А где мои All Pickup? Double All Pickup. Come on. Я брал. Вон у меня есть. Стоять. А, блин, я не могу уж посмотреть описание предмета, который у меня сейчас. Плохо, плохо, плохо. Плохо, плохо, плохо. Ладно, сердце есть. И там что-то... Блин, ладно, потом чекну. Все, начинается битва. Битва, 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 битва. Готов. Да, кажется, тогда в сундуке тоже был, да? Вау. Урон порезан, да, окей. А, нет, это плохо. Урон довольно маленький. Ай. Ай-яй-яй. Манать. А где урон? Люди добрые.
Где мой урон? Раньше это был геймбой, даже на первом уровне сложности можно было, можно было так и даже закончить. Мне что-то не везет. Либо пофиксили. Ну мой хотя бы бесконечно этих пускает. Своих мух. Хотя бы мой мух. Ёлки-палки. О, не, какой... Блин, есть... А, нужно еще, чтобы это... Найти где-то предмет, чтобы он следы оставлял. Вообще будет. На. Предмет. Предмет будет вообще ма. Ва-ва-ва-ва-ва-ва. Ключи. Вообще пустая комната. Ну что здесь еще у нас было? Покебол. Пердушка-взрывушка. Так. Мистер Динамит. Липучая бомба. Жирнич. Фигня. Ай-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Тут Тауэр. Тут Принцесс. Ладно, пойдемте с Принцесс. У нас еще ж вниз путь. Так, одного принцесска раздавила. Это не жирнича. Я думал, ты не подумаешь на меня прыгать. Не, он автоматом ни хера не стреляет. Манать, тихо. Здоровяк. Будь потише. Давай поменьше мне проблем. Ок. Давай, два сундука. Не два сундука, ну ладно. Пойти за принцесс тогда, что ли? Или еще успею? По катушке? Готово. Он открыться хотел. Или это те, которые не открываются. Я же сам на самом деле не помню. Эмпресс. А, тоже урон дает. Дабл пикап. Так, берем тогда, короче, сверху. Ого, мамы. Жирнище берем. Бомбу берем. Наверх. Возьмем сейчас стополу сердца. Посмотрим, есть тут проход. Есть. Прячемся.
Еще дали монету. Еще пол сердца. Просто сократить путь. Магазин, 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 да, телепортация. Все, поехали. Все. Какую он сложность представляет вообще? Да, все-таки нужно было отбрать. Ну, мы прошли, поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.